Главное лицо русского православия. Это очень все меня тревожит и ранит мое сердце. И по совместительству его главный позор. Заботы человека о самом себе ни в коем случае не должны быть абсолютным приоритетом, не могут быть доминантой человеческой жизни. Если так, то тогда человек мало чем отличается от других животных. На протяжении долгих лет патриарх Кирилл раз за разом вляпывался во все новые и новые небогоугодные скандалы. Вот сегодняшние слова – это такого рода вызов всем нам, и мирянам, и духовенству, всем нам вызов. Подумайте о том, как нужно жить. Подумайте то, что должно быть вашим приоритетом. А главным приоритетом Владимира Гундяева, так кличут в миру патриарха, всегда были деньги и власть. В погоне за ними второе по значимости лицо России превратил храмы Божьи в очередные рупоры Кремля. Церковь становится под влиянием патриарха Кирилла не христоцентричная, не церковоцентричная, а императоцентричная. То есть фактически обслуживает государственный аппарат вместо того, чтобы выполнять основные назначения самой церкви. Перед нами церковь-оборотень, которая по виду как бы церковь, но по проповедям своим уже проповедует не христианскую евангельскую истину, а скорее демоническую, дьявольскую оппозицию отстаивает. Особенно заметно это стало с началом полномасштабного вторжения в Украину и открытой поддержки патриархам войны и убийств невинных мирных жителей. С этого момента один за другим православные священники взялись открыто выступать против кремлевского церковника. Патриарх не может превратиться в путинского алтарника. Брат, мы не государственные священнослужители. Мы должны использовать не язык политики, но язык Иисуса. Мы пастыри святого народа Божия. Мы должны искать путь мира. Да что там служители церкви? Кажется, проделки еретика Кирилла разгневали даже самого Всевышнего. Бог видит на то, как реагирует наша церковь на действия патриарха. И он, как глава церкви, начинает ею управлять. И он выстраивает обстоятельства жизни церкви так, чтобы мы все вздрогнули. Не успел Кирилл оправиться от нетривиального Божьего знака, спустившего патриарха с небес на землю, как его ожидал еще один неприятный сюрприз. На этот раз от ненавистной ему Украинской Православной Церкви, с которой патриарху всея Руси приходится теперь делить Киево-Печерскую лавру. Синод ПЦУ призвал Вселенского Патриарха Варфоломея признать идеологию русского мира, а по факту идеологию нацизма, оправдывающего насилие, убийство, войну и геноцид, еретической, а главой РПЦ – раскольником, с последующим лишением его права занимать патриарший престол. Мы, священники Украинской Православной Церкви, приняли решение обратиться к собору предстоятелей давних восточных церквей с иском против патриарха Кирилла. А это для Кирилла уже не шутки. Потеряв церковный сан, он автоматически перестанет быть полезным Путину. А судя по тому, какие зачистки сейчас проходят в Кремле, теплое насиженное кресло патриарха может по уже знакомому для Гундяева сценарию опрокинуть хозяина. Обращение, даже если оно не завершится окончательным решением, оно имеет, конечно, большой резонанс и в религиозной среде, и в политической среде тоже. Что касается верующих, которые являются членами, они никак не могут повлиять, они фактически заложники этого процесса. Почему? Потому что Российская Православная Церковь, она иерархично построена. Голос мирянина практически не слышен. И поэтому повлиять на патриарха Кирилла они не могут. В итоге жажда денег одного человека и неподдельное желание угодить своему истинному хозяину Путину накладывает несмываемое пятно позора на всю Московскую Православную Церковь. Расплачиваться же за это придется не патриарху Кириллу, а миллионам его верян, которые вмиг из рабов Божьих превратятся в еретиков, гонимых из любых храмов мира.